В исламе Земля – обитель всего живого. Это прежде всего планета Земля, которая была создана Всевышним Аллахом. И Земля, по которой мы ходим, благодаря которой взращиваются растения, в которой мы прибудем после ухода из земной жизни вечно. Прямое подтверждение этому мы можем увидеть в Священном Коране. Он сделал землю для вас колыбелью, проложил для вас на ней дороги и низвел с неба воду. Благодаря ей мы взрастили различные растения. Вкушайте сами и пасите свой скот. Воистину, в этом знамение для обладающих разумом. Земля дана человечеству как великая милость Творца. И мы, люди, обязаны ее беречь и защищать. И если мы любим Всевышнего, то как же не любить все его творения, в том числе природу и растительный мир? Беречь планету, как будто это собственный дом. Ведь мы не позволяем себе мусорить и рушить все у себя дома. Так почему же иногда бываем неблагодарными и забываем, что и Земля – это тоже наш дом, в котором мы находимся по воле Создателя? А вот, что об этом говорится в Священном Писании. Аллах – тот, кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен. Другие суры Священного Корана также гласят, что земля есть благодать. Он воздвиг над землей незыблемые горы, наделил ее благодатью и распределил на ней пропитание для страждущих за 4 полных дня. 41 сура, 10 аят. Сегодня век высоких технологий и вместе с тем техногенных катастроф. От каждого из нас зависит, какой мы передадим землю будущим поколениям, ибо, как сказал милостивый Творец, Он тот, который сделал вас преемниками на земле.